26 ноября на площади перед ДК Шевченко проводилась общенациональная акция «Зажги свечу». Измаильчане разного возраста и социального статуса, от студентов и курсантов до пенсионеров, собрались у ДК. Здесь были и представители городской администрации, а также депутаты горсовета. Измаильчане пришли почтить память погибших от голодоморов 32-33 и 46-47 годов. Перед Дворцом культуры со свечами в руках выстроились курсанты НУ-ОНМА, а перпендикулярно ДК были выложены две дорожки из свечей, символа светлой памяти. Минуты молчания присутствующие на площади почтили погибших самой страшной из смертей. Всех, кто присутствовал на акции памяти, пригласили в ДК на вечер реквием «Страдания, муки и горе моего народа». Ведущая вечера Алена Попеску озвучила страшную историческую правду, трагическую статистику тех событий. Зрителям показали документальные фильмы, хореографические постановки в исполнении танцевального коллектива «Шерри Дэнс», песню «Молитва за Украину» спела Ксюша Дорошенко. Познавательный интерактивный урок с фото и видеосопровождением прошел в музее Александра Суворова. Старший научный сотрудник музея Татьяна Иванова рассказала детям о событиях тех черных лет, о том, какой ценой доставался людям хлеб и о том, как нужно извлекать правильные выводы из уроков, которые дает история нашего многострадального народа. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».